1 мая 2017 года, 1 мая, мир труд май, компания «Уральская усадьба» продолжает монтажи в праздники и выходные. Ставим теплицы, подписывайтесь на наш канал, узнаете много интересного. Сегодня мы представляем теплицу «Дачник 3М». Небольшая, но очень просторная, крепкая, надежная. Сварена с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм, порошково-полимерный окрас светло-серого цвета, поликарбонат. Селикс очень хороший, 4 мм, плотный, хватит надолго, лет 15 простоит. Система подвязки, две ниточки с натяжителями. Уголок, конек цинкованный, все. Фундамент брус 100 на 100, плюс еще на шпалы дополнительно. Все красиво, один торец, просто форточка. Здесь разрезная дверь, форточка на крючочке. В Уральскую усадьбу все как обычно, красиво. Подписывайтесь на наш канал. Всех с праздником. 1 мая. 1 мая смонтировали теплицу «Дачник 3М». Небольшую, но очень просторную и красивую. И отзыв клиента. Как же вы узнали о нашей компании «Уральской усадьбы»? Читала в интернете. Долго рылась во всех модификациях теплиц. Приезжала в Екатеринбург, приезжала на Куйбышева 99, приезжала к Александру туда далеко-далеко. Вот, но остановилась все-таки потом на этой теплице, потому что мне нужна теплица только под огурцы. Здесь будет у края как раз достаточная высота. Это хорошо. Надеюсь, что она будет мне служить верой и правдой. Мастера Виталий и Денис работали без отдыха, вот, работали добросовестно, работали живо. И у меня претензий к ним нет. Единственное, только я прочитала, что 2 метра в секунду у нас вот такие были ветра. Дай бы бог, она стояла не 2 метра в секунду, ветер выдержала. Ну, мы вам усилили дополнительными уголочками. Да, слава богу, спасибо. Так спасибо, что никуда она не улетит у вас. Я очень довольна. Спасибо вашим руководителям. Подсказали мне эту теплицу. Доброго времени суток, дорогие подписчики канала «Уральская усадьба». Сегодня 28 апреля 2017 года. Собрана теплица «Дачник 3М». 3 метра ширина, 6 метров длина. Сварена с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Труба оцинкованная. Швы оцинкованные. С обоих торцов разрезная дверь, форточка. Одна пара форточного блока. Регулируется два положения открытия. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Все качественно, красиво. Подписывайтесь на наш канал. Сверху конек цинкованный, два слоя. Thank you.